Сегодня сходил на симфонию, после сходил в кафе с девушкой, и там была одна женщина, пожилая женщина, 75 лет, она продавала книги, она к нам подошла и предложила купить книгу. Я, видя ее ужасно оборванный вид, сказал: нет, не надо. А потом подумал, ведь она не попрошайничала, она именно продавала. И я сам вышел из самых низов и понимаю, что все женщины зарабатывают на кусок хлеба. Я тогда ей протянул 20 рублей, но она отказалась взять, мотивировав тем, что до такого положения она еще не дошла, чтобы попрошайничать. Тогда я спросил, сколько стоит ее книга Александра Дюма, и она сказала 150 рублей. Я ей сунул 200 рублей. Она позже нашла тот столик, где я сидел, и поблагодарила меня и ту девушку, с которой я сидел. И вот в свете всех этих событий, наверное, я вошел в транс, потому что симфония — это женщина. Марк Цукерберг сейчас создает свою партию. Мне надо постоянно двигаться и развиваться, я топчусь на одном месте. И я все время думаю об этой старухе, что ведь это наше государство должно заботиться о них, а не мы, что какие-то жалкие подачи от других людей. И так живет большая часть России. Мне жалко на это все смотреть. Один я ничего не смогу изменить. Миллионы, даже если начнут подавать, то мы разведем целую армию попрошаек. И, наверное, да. Сейчас я смотрел на «Эхо Москвы». Есть голосование, надо голосовать за правителя. Я посмотрел, там у Сталина был один человек в НКВД, Берии работал. Я прочитал про него и ужаснулся. У нас вся история России — это просто дрянь, дерьмо. У нас люди уничтожают друг друга. Это считается нормой. Расстрелы, массовые репрессии. Когда людей низводят просто в полный хлам. И так больно и тошно на это смотреть. И я понимаю, что среди этого хлама мне надо создавать компанию будущего. Надеюсь, что я буду создавать в будущем рабочие места и давать достойную заработную плату. А пока что буду довольствоваться тем, что имею.